В Черкассах очередной митинг перед зданием областного управления внутренних дел. Требование снять с поста нового начальника милиции Леонида Бойко. Под давлением общественности главный милиционер области уже трижды писал заявление об отставке. Однако профильный министр Арсен Аваков до сих пор не завизировал. Выйдя к митингующим, Бойко объяснил, без приказа министра покинуть пост не имеет права. В ответ люди пообещали ходатайствовать перед Аваковым и угрожают разместить в интернете компромат на Леонида Бойко. Этот человек, ну, по моральным качествам не может работать. Я не могу с его говорить, это будет голословное, так сказать, обвинение. Будет наказ, я могу и через годину покинуть это помещение. Пока наказу нема, я не могу покинуть гарнизон. Я військова людина. По собственному желанию. За власне бажання. Я же сказал, что будет наказ, я поеду.